мы рады видеть вас на концерте народного хорового коллектива «Ударяночка», который проходит в рамках подтверждения звания «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества». В зале присутствует экспертная комиссия из города Сыктывкара. Заведующая отделом Центра народного творчества и повышения квалификации Республики Коми Людмила Васильевна Баева. Заслуженный работник Республики Коми Лариса Александровна Королева. И члены муниципальной комиссии. Начальник отдела культуры и национальной политики администрации муниципального района Ударский Наталья Андреевна Копенкина. Директор Центра социальной и культурной деятельности Наталья Васильевна Жаворонкова. Приятного просмотра! Багрянцем пылают над Пармой рассветы, полночные звезды тускнеют вдали. Мы наши сердца отдаем безответно и будням, и праздникам Коми земли. Кто раз побывал здесь, тот помнит и знает, работою славится наш человек. Мы песни слагаем о доблестном крае, земля эта щедрая в сердце навек. Расти, процветай всем на радость живущим, столетию уверенно смело шагай. Ты только поверь, недалеком для будущего мы сделаем краше суровый наш край. Yeah.
вас приветствует народный хоровой коллектив самодеятельного художественного творчества «Ударяночка». Ашным берьем тая муса, кодыс шоны да ланшу, меча дона, меча муса, луне бана чужанму. Нем сетани олам вилам, бинторвичне тирмащам, кодыр шивше секи щилам, кодыр поле уджалам. Жикаш семи тусо бояс, шемец медле вербал слен віч, тор я югар шоне дистенкоя, тор я шепкан леставливле віч. Thank you.
Я
Тільки телегу продала, да на все деньги балалайку завела. Балалайчка наигрывает, а Сенька тюрика выплясывает. Да Сенька тюрика выплясывает, да пляшет, пляшет и говаривает. Да не хочу, да я куканичать, да лучше буду сама ваничать. В огороде скачет, сука тюрика ругается, а козел-то улыбается, сука тюрика коза метлой, а козел-то ее бороду. И не смейся, козел, на домой, а то бегаю домой за кочергой, кочергою буду ребра считать, и тогда тебе, козел, не забравать. Прости, я буду слушаться тебя, как ты скажешь, так тому и быть. В огород не буду больше я ходить. Сыпатюрика счастлива я была, да на баране все наваживала, да рукавицу воду нашивала, подбежала она к дому воротам, созывала у ворот и старых, собирайтесь на вечерочку, все ребята и девчоночки, вы зимою-то намаете, а принцессы-то нагуляете. Придет лето, нагуляемся. Напрасно, не жаль.
дай души сиреневую цвет. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. В саду горит золотая, березовым веселым языком. Ты, журавли, печально пролетая, уж не жалей он больше ни о нем. И журавли вековая тайга, корабельные чащи, чистых рек синева и озерная синь. Люди в Парму пришли, положили дороги, в нем построили лучший поселок земли. Усогорск, ты дружбой народов рожденный, белой птицей летишь по дороге судьбы. Все, что было тогда, помнят чистые реки, дружбу помнят твои родники. Let's go.
Гармонь моя, да гармонь.
В окне ветки сирени, цветущие в ограде, маслом пейзаж на сосновой стене, чтоб ветерок колыхал занавески, чистая скатерть была на столе, крашеный пол, чтоб был вымыт до блеска, книги на полке, да кот в уголке. Домик в деревне, а что еще надо? Встретить вечерний закат во дворе, сердце усталому в жизни награда, запах травы, листопад в октябре. Yeah.
Вся жизнь народная – это боль и страдания, радость и любовь, которая вмещает в себя песенное народное творчество. Песни, как перекаты рек, то спокойные и умиротворяющие, то быстрые и могучие, как коми народ. Они захватывают зрителей и переносят их то в лесную чащу, то на высокий берег реки, то в поля, залитые кивами. В такие моменты хочется любить, творить, и значит, наша земля будет жить. Дорогие друзья, мы надеемся, что сегодня вы получили много удовольствия и ярких впечатлений. Наш концерт подошел к концу. До новых встреч! Айтишлитечь!